Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня находимся в городе Кривом Роге на фермерском хозяйстве Экосад, где они после в теплицах после выращивания рассады посеяли черри-томат Парпора. Мы можем видеть, что уже убраны нижние три кисти. И вот, посмотрите, какая красота! Все завязано. Нету никаких сбросов. И вот даже наверху последняя кисть. И та в отличном качестве. Поэтому, несмотря на то, что используют теплицы для того, чтобы выращивать рассаду, и чтобы они не простаивали зря, можно их использовать для выращивания черри томатов и на этом еще неплохо заработать. Фермер этим занимается первый раз, абсолютно без каких-либо знаний, но, как мы можем видеть, все прекрасно получается. Фермер очень доволен. Парпора прощает любые ошибки. Это самый пластичный и самый нетребовательный черри томат. Так что садите, выращивайте, и у вас обязательно все получится.